Здравствуйте, уважаемые рукодельницы! Я предлагаю вашему вниманию вот такой ажурный узор. Узор состоит из вертикальных дорожек. Расстояние между ними можно увеличить. Здесь они идут вплотную, разделены только дорожкой в одну петлю. Расчет петель кратно 7, плюс 1 для симметрии, плюс 2 кромочные. Для образца 10 петель. Сразу после набора свяжем ряд дополнительный, кромочная, 1 лицевая, 6 изнаночных, 1 лицевая и кромочная, чтобы нам перейти к рапорту первому ряду. Первый ряд: кромочная, 1 изнаночная, накид. Теперь 3 вместе с наклоном влево. Таким образом, первую снимаем. Эти две петли я снимаю, чтобы они у меня развернулись. Обратно на левую спицу провязываю снизу вместе. И теперь первую перебрасываю над провязанной. Такие манипуляции нужны, чтобы аккуратно смотрелось. Теперь 3 вместе с наклоном вправо. 2 вместе провязываю, третью петлю снимаю, чтобы развернуть ее, обратно на левую спицу, теперь перебрасываю. Накид, 1 изнаночная и кромочная. Второй ряд и все четные ряды, как смотрит вязка. Но в этом ряду у нас будет 2 петли не доставать, кромочная, лицевая, 4 изнаночные, 3-й ряд. В третьем ряду мы петли увеличим количество до первоначального состояния. Изнаночная, далее 1 лицевая, накид, 2 лицевые, накид, 1 лицевая, изнаночная и кромочная. 4-й ряд, как смотрит вязка, здесь все петли на месте, поэтому 1 лицевая, 6 изнаночных, 1 лицевая и кромочная. Далее 5-й ряд. 5-й ряд, как смотрит вязка. 1 изнаночная, 6 лицевых, 1 изнаночная, кромочная. И 6-й ряд с изнаночной стороны, как смотрит вязка. 1 лицевая, 6 изнаночных, 1 лицевая. Итак, рапорт провязан. Повторять с 1 по 6 ряды. До новых встреч!